слушай, а что за чувак у вас был на концерте? В пиджаке и на Трампа похож. Фаворитами грядущих выборов являются три кандидата. Аналитик Анатолий Че, борющийся за качество пиццы в заведениях, Галишан Олдзумер с программой защиты прав несовершеннолетних, а также журналист Кирилл Антонов, пообещавший бороться с инфляцией алкогольных напитков. Не, ну шутки, конечно, у вас вообще тривиальные какие-то заладили. Трамп, Шрамп, вы лучше скажите, что с ключом будет? Ставка-то опустится, нет? Алюминий продавать или нет?